Здравствуйте, шановний радіо Еммануїл, і всім братів і сестри, хто слухає, і Олексій Анатолійович. В мене по 10 главі 2 послання до Коринфян апостола Павла питання щодо твердинь і замислів, які ці твердині нам нав'язуються. Там це текст з 3 по 5. Я не можу прочитати, якщо можна, щоб в ефірі ви ще озвучили для слухачів. Дуже дякую вам за відповідь, що твердині і що є замисли. Спасибі. «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования наше не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. Не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Ну, я даже не знаю, как, в чем тут вопрос, или прокомментировать, да? Твердыни, замыслы, превозношение и помышление, да? Да, ну, по-моему, в этой же самой главе начинается с того, что я не помню дословно это местописание. Но суть в том, давайте подумаем, мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Мы должны понимать, когда мы приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем, то в нас вселился Дух Божий. Еще раз смотрите, Иисус пришел не для того, чтобы изменить вас на этой земле. Нет, Иисус пришел забрать вас от этой земли. Иисус не пришел исцелить эту землю. Нет, Он приготовил нам новый город. Иисус пришел для того, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца. И поэтому наша задача — это найтись в Духе, найтись во Христе Иисусе и уже иметь вот это Царство Божие незаметным образом внутри нас. И Царство Божие — это Царство Небесное. Это тогда, когда ты уже не от мира сего. И как по 1 Тимофея 6:12 написано, «Подвязайтесь добрым подвигом веры и держитесь в вечной жизни, к которой вы призваны, и исповедали доброе исповедание перед многими свидетелями и перед Иисусом Христом, который исповедал доброе исповедание перед Понтием Пилатом». А какое доброе исповедание исповедал Иисус перед Понтием Пилатом? Он сказал, «Царство мое не отсюда». Если бы царство мое было отсюда, то мои служители бы подвязались меня, но нынче царство мое не отсюда. И также Господь сказал, «Я забрал вас от этого мира, вы уже не от мира сего, и поэтому нам не надо воевать с миром, нам не надо участвовать в этом мире. Наша задача в этом мире, написано, вы не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви. Наши отношения с миром — это только любовью. И поэтому мы хотя по плоти, но не по плоти воинствуем. Мы не участники плоти. Мы сораспялись со Христом этой плотью. Мы не часть этого мира, мы часть Божьего мира». И поэтому оружие воинствования наше не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, то есть мы не часть этого мира. Поймите правильно, когда вы получите вот это откровение, что мы тут странники и пришельцы, наше же Отечество на небесах, Евреям 11:16, и Бог сказал, что Он не стыдится их, потому что они стремились к лучшему, то есть к небесному, ибо Господь приготовил им город. Вот что значит, что мы не участники этого мира, мы не воюем с этим миром. Наша задача — выйти из этого мира. Он избавил нас от настоящего лукавого века и дал нам мир свой, не так, как мир дает, а Он дал мир мой, даю вам, не так, как мир дает. И я забрал вас от этого мира, поэтому задача такая, мы не участники этого мира, и мы хотя бы плоти, да, мы еще в этом мире, но мы не по плоти воинствуем, и оружие воинствования наше не плотское. Наша задача — отделиться от мира внутри самого себя, внутри сердца. И мы сильны Богом на разрушение вот этих твердынь, что, потому что твердыня такая, что мы часть мира. Ну, мы же в этом мире, но мы же по плоти ходим. Ну, есть же колбаса, зарплата, деньги, троллейбусы, снег, сугробы и так далее. Дети, родители, одежда, опять каша, хлеб и так далее. Мы же в мире живем. Нет. Мы как бы, хотя и живем, ходим в этой плоти, но мы воюем, безусловно, не по плоти, не в этом мире, потому что наше спасение не в преобразовании не преобразованными быть на этой земле или преобразовывать землю, а наше спасение в его городе.